это опоздаешь. Когда при мне рассуждают о предчувствии, я внутренне морщусь. Предчувствия на самом деле нет. Есть досада, что не смог предотвратить чего-то. Тогда я не чувствовал и не думал, что кто-то подойдет ко мне и скажет: «Я о тебе все знаю». И даже когда это случилось, я не понял и тем более не предчувствовал. Я о тебе все знаю. Эти идиотские, ничего не значащие слова, он сказал его второй раз. Сказать, что я ждал. Скорее, в тот момент я ждал троллейбус. Я о тебе все знаю. Он опять это сказал и сел в мой троллейбус. Почему-то я его ни разу не остановил. Он сел в мой троллейбус, но мне с ним было точно не по пути. Я знал, что это будет. И я думал над словами, которые услышу. Я о тебе все знаю. Это не просто слова. Это уже что-то другое. Мне не страшно, но уже нехорошо. Надо что-то делать.
Ну что, дальше с этого кадра монтируем? Я специально выбрал место. Открытое место, он не мог подойти незаметно. Я должен был заметить его издалека и что-нибудь предпринять. Не зная, бежать или пойти навстречу. Я рассчитывал на импровизацию, но... «Я тебе все знаю», — сказал он опять. Но все уже было немного по-другому. Он назначил мне время, но я мог назначить ему место. Любое. А я потом долго думал и, кажется, понял. Он просто обознался. Завтра не будет, пока не окончится сегодня. Завтра не будет никогда. Но не для тех, кто умер. Для них будет и завтра, и послезавтра. Время побежит для них именно так, как оно видится живым. Секреты есть? Что, отрезу бы выпить? Погода такое. Да водочки бы хватило. Хватило. Нас вообще ждут там? Не знаю. Это важно? Пойдем проверим. Пойдем. Это девушка, да. Это девушка. Старая решила девушка. Ну, хорошо, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне бы Сережу. Да нет, здесь Сережи нет, не живет такой. Да вы что, простите. Простите, пожалуйста. Ну, ничего. Отец, ты помнишь, на каком этаже мы вошли вообще? Да, помню, помню. Ну, да, видишь. Тормозишь. Как никому не перешли. Когда не погода, очутившись на голой земле, о, ты посмотри. Чё? Мы сюда заходили? Нет. Мне тоже кажется, что нет. А где стена? А где песочница?
Слушай, что-то не то. Где? Давай-ка зайдем еще раз. Почему мы вышли не из того подъезда? Это же не тот подъезд, ты согласен? Это не тот подъезд, ты согласен? Ну хорошо. А, ты с этим согласился? Ну я рад. Я рад, что с этим согласился, что мы вышли не из того подъезда. Ты с ним согласен? Ну давай поднимемся, почему сейчас. Давай. Блин, все, это не то. Это не то. Поедем по всем этажам. Но я чувствую себя прекрасно. Что это? Не надо гнать. Знаешь, я уже начинаю привыкать к этому. Я думаю, что это бред. Может, так и оставить? Нет, каждый бред должен кончиться когда-нибудь. Согласен? Наш не кончится никогда. Пойдем. Люди, мы ж не звери. Мы ж чуять должны ловушку такую. Ты что-нибудь чуешь? Я ничего не чую. Мне уже как-то без разницы. Ей-богу. Понимаешь? Понимаешь. Ну сейчас мы с тобой... Что ты? Десятый раз выйдем из подъезда. И у нас будет точно такая же ситуация. Чё это на слово? Веришь? Ты хочешь увидеть то же самое? Я хочу увидеть что-то другое, да. Я хочу увидеть что-то другое. Смотри. Ну чё? Двухэтажный барак. Ну, и что? Вообще быть не может. Да как не может быть? Да провод. Зачем же сюда приехал? Ты зачем сюда приехал? Я когда звонил ему... Нет, не помню. Ты устраивал меня? Конечно. И он в трезвой памяти. Я хочу, чтобы это был Ростов-на-Дону. Знаешь, у меня живет тетя в Ростове-на-Дону. Она делает отличные пельмени, Рома. Ты хочешь пельмени? Тебе вообще нравится это? Сейчас зима, Рома. Может быть, увидим еще где-нибудь? Пойдем. Может быть, нам повезет и будет тепло.
Лифт не тот. Дом не тот. Мы не те. Твоя идея была. Ты ее придумал. Ты, Сусанин, Макс. Ну я же не виноват. Конечно, никто не виноват. Пойдем. Хотел увидеть. Да, я это хотел увидеть. Ты удивлен? Да уж нет. Все хорошо. Ну вот видишь. Мы на месте. Хочешь покурить? Хочу. Учился всему, чем узнал раньше. Да это не важно. Стахи нас вообще ждут там? Не знаю. Это важно? Пойдем проверим. Пойдем.